Лепчим к веленике сходи. Сегодня валенки уже не подшивают. Они давно перестали считаться деревенской обувью для бабушек и полюбились городским жителям. Для удобства и практичного использования наибольшим спросом пользуются валенки с непромокаемой подошвой. Я еще по армии знаю, что оптимальный вариант валенок – это вот такая резиновая подошва. Если валенки просто голые, да, то они промокают. Ну, один войлок, в смысле, без этого, да. С калошами для взрослого человека, больше для ребенка подходит. А для взрослого такая подошва самая актуальная. В нашей стране войлочная обувь получила широкую популярность в первой половине 19 века, когда ее стали изготавливать промышленным способом. До этого валенки делали вручную, носили их особо голубых кровей. Экологичность, практичность, лечебные свойства, способность не пропускать тепло – этим валенки славятся до сих пор. Опробовав валенки на себе, могу сказать, что быстро ходить или бегать в них не очень удобно. Да и с офисным стилем они не смотрятся. А вот для длительных прогулок на морозе эта обувь подойдет идеально. В них комфортно, мягко, а главное – тепло. А чтобы было не только тепло, но и эксклюзивно, их можно еще и украсить. Мастерицы Анна и Надежда в этом деле настоящие специалисты. Перед их расписными и расшитыми валенками не устоял даже Вячеслав Зайцев. Вот, и когда я привезла, он тут же распорядился сменить ту обувь, которая была заготовлена на показ, на валенки, которые только что привезены были. Конечно. Конечно, у меня слезы радости тут же появились на лице, потому что это было очень неожиданно, и я поняла, что работа оценена. В общем, как достойная работа. На одну такую пару уходит минимум неделя кропотливого труда. Несколько слоев краски, бисер, ленты, тесьма и море фантазии. Пришла идея, например, повырезать, сделать их более воздушными. Mm-hmm. Раз вот за счет таких вот элементов. Да, получилось очень необычно. И здесь вот именно рисунок, он не оцентрован, да, то есть он смещен так вот на одну сторону. Такие валенки – настоящее произведение искусства. Самая креативная модель – валенки на коньках, вспоминают мастера. Самая практичная – с кармашком для телефона. Например, вот эта модель – это современный валенок в городе. Почему? Потому что здесь есть даже карман для сотового телефона. И это очень удобно. Телефон находится, во-первых, в тепле, ему тепло. Он не замерзнет, мурашками не покроется. Во-вторых, это удобно. Эстетично, красиво сделать, модно, стильно. Кто все же не решается выйти в валенках на улицу, может носить их дома на босую ногу. Массажный эффект улучшает кровообращение, а овечья шерсть содержит ланолин, который помогает при заболеваниях суставов и мышц. Так что эта обувь точно никогда не выйдет из моды. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».